Начинаем распаковку игрового кресла. Открываем и видим сразу же инструкцию по сборке данного кресла. Первое, что мы видим в коробке, это крестовина для кресла. Тут мы видим уже спинку, подлокотники и коробку с крепежом. Достаем коробку с крепежом. Аккуратно вытаскиваем спинку. Достаем подушку под шею. В комплекте идет подушка для поясницы. Достаем сиденье. И, кстати, обратите внимание, подлокотники уже прикручены. Вспомогающая петля. Эта петля отвечает за регулировку спинки и фиксацию в определенных положениях. Вот этими винтами мы будем крепить спинку к сиденью. Достаем крепеж. Также достаем шайбу с гровером. На винт одеваем сначала гровер, потом шайбу. И так делаем на всех четырех винтах. Достаем ключ для затяжки винтов. Подготавливаем спинку кресла для крепления. Данными винтами мы сначала проверяем резьбу, что резьба не испорчена. С резьбой в отверстиях все хорошо. Крепим спинку сначала к жесткой части петли. Сначала просто наживляем в два отверстия два винта и не затягиваем. Берем другие оставшиеся два винта и начинаем крепить вторую часть петли. На этой стороне винты наживляем и можно сразу же их затягивать. Ну теперь можно и затянуть первую сторону. Открываем коробку с деталями. Достаем пластиковые заглушки. В данные отверстия заглушек мы будем вставлять винтики из комплекта. Начинаем установку заглушки для правой стороны спинки. Сначала просто примеряем и не крепим. Заглушка подошла, и теперь берем ключик. Нам нужна сторона для крестовой
отвертки. Все отлично подходит. Начинаем крепить заглушку для петли. То же самое делаем и с левой стороной кресла. Все отлично, заглушки установлены. В эти четыре отверстия мы будем устанавливать механизм качания. Вот этими винтами. Шестигранным ключом будем затягивать. Обратите внимание на расположение установки. Также сначала проверяем резьбу во всех четырех отверстиях. Все хорошо. Устанавливаем данный механизм. Сначала просто наживляем винты. Ну а теперь можно и затянуть каждый винт. И поскольку подлокотники уже установлены на сиденье, их тоже следует протянуть. Вот мы и подошли уже к крестовине. Она, кстати, очень выглядит крепко. И еще я вам скажу, она полностью вся металлическая. И сварные швы очень хорошие. Достаем колесики. Устанавливаем колеса на крестовину. Просто чуть-чуть надавливая, они сами залазят в пазы и закрепляются. Подошла очередь установки газового лифта. Он крепится в отверстие до определенной точки, которую я вам показываю. Установка очень проста, просто опускаем вниз и чуть-чуть надавливаем, и все. На него одеваем пластиковый чехол. Ну а теперь самое основное. Установка кресла на газовый лифт. Вот и все, кресло установлено. Сядьте на него для закрепления фиксации. А вот этот крепеж остается как запасной, если вы вдруг что-то потеряете. Теперь можно закрепить подушку под шею на кресло. Также крепим подушку для поясницы. Вот она. Снизу с боков есть отверстия, туда просовываем ремешки, подушки.
Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Ставим палец вверх и подписываемся на канал.